смысле, все квесты взяли? Он на Декстер сидит. Декстер побежал за квест. Ничего страшного. Что ничего страшного, он не проткнется. Если бой будет. Долго дрочим, ребята. Очень долго. Если холи по перенесите. Свил. Он у нас с гильдии был, и потом ливнул с гильдии Декстера этот, блядь. Да, Декстер. Мофальщик, не профи, блядь. Есть у тебя микрофон, Хулипан? Блядь, пошли пуляем. Пуляй ёбаного великана. Всё, Декстер тут, пуляйте. Ты им дрочим, блядь. Блядь, где он? Да похуй, пуляй. Справа он. Только не затронь Куджауну сзади. Беги на палатке. Давайте Геру так откатится. Сука, целый босс, нахуй. Алиса, встань в угол. Где чулан стоит? Чтоб не откидывало танка просто. Встань, похуй, быстрее убьем. Как он тебя... Потянет, ты, блядь, забыл, каким варом был, блядь. А там не 10, там немножко больше было. 241, а у Лимона 238 или 237. Не, не пролечу. Я про то, как мы... Хотя меня таким ДК даже в ИВК... Ой, кабочку не брали, вы чё? Может, до нашей гильдии там было? Лицо, да? Да. Наоборот, убежал. Не передайте стоять в рейде. Желательно Мелизон. Вроде, насколько я знаю, она засыпает всех. Она кидается на одного, на кого висит этот вот дебаф. Он должен стоять в рейде, блять, а не убегать. Потому что она взрывается, нанесет определенное количество урона, блядь, всем, кто стоит возле этой цели. Нет. Ну, через... Она дамажит в том случае, ты смотри, Войд, она, блядь, наносит определенное количество. Если возле тебя нет участников, которые могут тоже свалить этот дамаг, да. Не убивается, она наносит дамаг. Если не будет кто-то возле него стоять. Вот у тебя на десятку висит, мистер Дейбаз. А с 25-ки ты уже выполнил, либо вообще не взял квест. Амитрин, вот что за хуйня, блять. Мешок Шансун, Люцент.
Наруч. А. А зачем за вальками? Мы могли только что на реча убить, да? Прыгнуть все. Сейчас проебем время, да? Вон сагрили, сагрили. Возле профа. В чумке. Диспелите вальку, если возможно, возможно. Диспелится, если что. Отлично, магом это прется. И щит. И священный защитник тоже. Посмотри на маги, баб. А, мне похуй на сияющую ауру. Твой хозяин умер. Сведите нахуй мобов. Кто, на ком там висит моб? Какой-то гоблин странный. Так, все, я тут, если что-то кто-то говорил. Я говорю в ГЦ, блядь. И далее, да? Наконец. Единственный чувак, походу, да? А, ты ж справа любишь, да? Шам тут первый раз, ребят. С этой конченной стороны, ёбаный. Подожди, расскажи ему хоть про свернение. Да, всё расскажут. А я отошёл.
Кулак. А что мод будет? Мод по ГП будет? Да, я палом зайду. Хочу чуйку на пол. ДПС и так хватит. Пока рассказываешь, зайди. Пати. Уточняющий вопрос. На первой фазе стоим в квадрате. На второй фазе где стоим? А звезда тут не сбивается? Не, ну, если на меня, звезда не кидается на вашу. Понял. Так. Мы всегда а стоим. Можно? И по первой фазе стоишь в квадрате, когда скажут убегай, и убегаешь к луне, но не в морду мобов, что ты перед мордой мобом не стоял. Подождешь там, у тебя не Морда мобов будет смотреть туда, в ту сторону морда. Ну так ты увидишь, куда морда смотреть. Ну я лишний раз уточню, потому что сейчас буду суетиться первый раз как-нибудь. Рыбу! А ты мог сам поставить. Да, там конечно, же... понимаю. Рыбу поставим. Давай, пули. А я на площади? Долгие трои будут, блядь. А на ком ты, блядь, Алис? Скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы до
даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молиться о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством. Напул на Эвинар. Че, люди не могут понять до сих пор, что, блядь, БДК всегда мейн танки, нахуй, наличие или чё, блядь? Не только наличие. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Чума. Оси. Я завис, друид завис. Рада. Опервать, ладно. Оси. Паладин из печати повиновения. Вот за 1% переход кашу. Уже переход. Уходи, 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 Ванзай. Твой хозяин, поменяй ауру. На броню поставь. Сверки разбить. А че он только вылез, блядь? Не, 5 секунд. Вот подальше, подальше.
ходит. Валькира, твой господин сойдет. Вот, вот дальше, вот дальше. Кружки хил шансон. О, нет, не вышел. Раньше не подожди секунду, а теперь на маме давай твои. Можно теперь я добавлю? Смотри, ты говоришь, хватает первая валька, и все разбегаются. Все и разбежались. Маг стоит в миле, на него кидается метка, и он блинкается к тем людям, которые уже отбежали. И это как? Я почему и спрашиваю, Маг, почему ты там тусишь в миле, когда всем надо разбежаться? Потому что спать уже хочу, если честно. Ну, здорово, давай нас всех вайпать. Анкил. Ну я простоял, но я смотрю, там лужа уже падает нахуй, я даже не хотел боты жать. Да я говорю, просто люди разбежались, и он берет и блинкается с меткой из мили. Есть вайтреб? А в банке? Да нахуя придумали рыбу, блядь, ты мне скажи. Для слабых. Тех, у кого фласок нету. Про Герус Пула не забудь. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и... Твой хозяин. Чё ты бил, блядь, с печати повиновения? Тебе не, она нихуя не помогла. Чё за хуйня тебе с ДПС, блядь? Я не хочу потом говорить, я хочу сейчас ещё. Вот почему я спросил, у него один ФПС, блядь, он может нахуй служить за тут, и так что убегаем от него подальше, блядь. Потому что я знаю, что он лагает всегда, блядь, поэтому и спросил. Хера. Ванзай. Убегаем, ванзай.
Чулан. Отлично, во время боя, блядь, правильно, чтобы стихнул босс на бахал. Минус хилбот у хилов, да? Пойся, пойся. А кто ливнул с рейд? Это не сказ. Это что, мы 2 минуты переводили фазу первую, блядь? Сало в рейд ушло. Мы Вальку выбили. Нались. Урон бесил, урон бесил. Иннер шансон. Я бегу. Ой, бля. Лечение какие-то. Да урон беги. Вальки 2 секунды. Валькира,
Вот подальше, подальше. Пуси, почему ты не встаешь? Я тебе БР отдаю, ты лежишь. А СК ушел, нормально тоже. Так когда все сдохли, я тебе до этого отдал БР, а потом только уже сказал западать. Почему мы под Герой, блядь, переводили босса нахуй 2 минуты, блядь, с первой фазы? Ты можешь сорвать Бладдека духа, если на Бладдека сало висит. И дух только появился. А когда 2 духа висит, она же должна как-то 2 духа одновременно бить, нет? Так, Фаркли, что у тебя с ДПС? Мангал? Умер, что ли? Ему пусть полы идет мыть. Джованни, когда офнус? Убиваешь, когда у нас гильдии или в нунах? Но если я не путаю, то этот приз был на Альянсе раньше. Возможно, путаешь. Он у нас был. Он забрал же еще этот вант у Соленого. Да, тогда, когда споры были. А потом ливнул еще от нас и пошел в эти... Ливнул с гильдии, значит, пидорас нахуй, кикай вот и все. Его можно повешать КД, потом кикнуть. Еще лучше. Не, а у него КД вообще-то висит, блядь. У него КД. За целью сохранять другая копия этого рейда в подземелье. Так, нам еще Джованни искать замену, да?
сразу нельзя в лича въезжать на пулами? Стоп, а чё Джурада в Эрдру, блядь? Так мне сказали в Эрдру быть. Кто тебе, блядь, сказал? Ты сам сказал. Шесть хилов, нахуй, что ли, блядь? Нахуя там шесть хилов, блядь? Они так захилят, блядь. У нас ДПС нет, а ты ещё, блядь, шестого хила спекаешь, ёбаный. О, Эрпал, нахуй. Пехнулся с кота. 257. У меня кот вроде как моему должен идет. Могу в мишку. Джованни, походу, офнулся, надо еще одного для. У вас сова есть, зачем вам мелем? А, блядь, а там гнева? Мы сейчас будем еще демона искать, это, блядь, займет нахуй все время, которое у нас есть. Или 17 локов. 250 хан, тактики ДПС. Брать свой фантом. Кого ты забрал? Хантер пал. А ему Глор нужен? Я ему сейчас напишу, что он. Ну даст. Я по приору выше. Ты охуел? С чем будет? У тебя ж мастер лут, чё ты паришься? ХП что-то начислять, блин. Я Лой Дэнс написал, что он каски бафнул. Шкафаните хоть, чтоб само не сочет. Хотя это пуги, можно и полу отдать нахуй. Глору. Каску по хантам дать, алё, блядь. Четыре пала, нахуй. Какие четыре пала, блядь, откуда ты увидел, блядь? Да похуй, блядь. Алиса, иди сразу в крест, что ты тут стоишь, я не понимаю. Алиса с пацанами отпустит. Твои отчаянные крики послужат доказательством.
Мы к тебе придем, не переживай. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Шаркаль. 5 кдп сохран, мощно, блять. Гайл, или как это? Нет. Ёпта, блядь, где? Новый дух. Антубер не давай. Никакой. Владин, раздавайте станы. Только одиночные, пожалуйста. Меня просто схватили, блядь.
Инер Шансонга. Инер Шансонга, что-нибудь. Да. Не давал, я сам дал. Дал Сакрополис. Кехил. Чернение. Маста. Куда? Краю, веди, веди. Осквернение. Не будет. Ты мастера. Прожим колец. Духа убери. Она убьем, тут только два. Все. Все, Алиса, забираешь босса. Стоим тут, куда побежали? На мне жнец. Как это делать? Нахуй это я сказал, ой. Привет, ребят, ну как вы тут? Здорово. Чё, танки уронили или духи ушли в рейд?
Смотрю, импульс духа, значит, духи ушли в рейд, да? У тебя пружинки были у нас, нет? У меня? Не, я выйду. Вот поэтому и деканту каток там кинул. Шансон где? Хан, ты сказал мне, что ты знаешь и тактики, блядь, и ДПС. Я не вижу ни ДПС, ни тактикс. Лимон тут? Да, привет всем. Ты чё, умер нахуй, что ли? Что, ебанулся? Алло, я, блядь. Лимон, заходи на лечо. Сейчас зайду. Ой. Не ищи никого. Чё, есть танки? Есть и нет. А ты на варианты? А кто МТ? Отлично. Алиса, ты плакала почти за тобой, говорит, хочу прото